В горах Самарии на горе Гризим живет небольшая община, и называют они себя самаритяне или шомроним на иврите. После раскола евреев на Израильское и Иудейское царство они остались на Святой Земле, в отличие от жителей Иудейского царства, которые через несколько веков рассеялись по миру, уйдя в Галут. Самаритяне считают себя частью народа Израиля, но вот еврейский мир их не считает частью себя. У них мезуза над входом в жилище. Они отмечают праздники Песах, Шавуот и Суккот. У них в синагоге хранятся священные свитки Торы на древнем иврите. В отличие от еврейского мира, самаритяне не прекращали пасхального жертвоприношения на горе Гризим, поскольку именно она является для них горой Мурия, горой, на которой Авраам должен был принести в жертву Ицхака. Я приглашаю вас отправиться со мной в необычный мир общины из 830 человек, сохранившей свои традиции, несмотря ни на что.